Так, ну, смотрите, да, на русский язык я все это дело перевел. На русский язык я все это дело перевел. А вот с фото происходит какая-то непонятная беда. Во-первых, вот он очень долго грузит, после чего сбрасывается. Если мы возьмем мой телефон, да, если мы возьмем мой телефон, то это выглядит следующим образом. Нажимаем фото, фото заработало. Фото работает, проблем никаких. Мы выбираем любые режимы. HDR, он подсвечивает. Мы выбираем там, например, слабое освещение. Даже в очень темном освещении будет, ну, гораздо ярче все это дело выглядеть. Да? То есть все работает, проблем никаких. Мы берем наш белый телефон. Открываем фото. Очень долго грузится и выключается. Мы еще раз открываем фото. И опять это происходит. Представляете, это тут первый раз какая-либо проблема за три десятка телефонов. Давайте попробуем, мы его почистили. Открываем фото. Фото грузится. Фото отключается. Январь 2016 года. Вот в январе 2016 года у меня приходили телефоны. С ними не было никаких проблем. Это вот первая подобная проблема. Ну, давайте сделаем следующим образом. Я сейчас буду связываться с продавцом, буду выяснять заодно, что это такое может быть. Так, а давайте сделаем следующее. А, это защитить. Нет, защитить неинтересно. Я думаю, может быть, здесь есть интересные функции, которые не дают поджирать. Да, на самом деле, вот вводит меня это в ступор. Это первый такой случай. Значит, связываюсь. Ну, во-первых, ковыряюсь с телефоном, смотрю предметно, в чем может быть проблема. Второе, связываюсь с продавцом и держу вас в курсе, как будет решаться данная проблема. То есть, это будет компенсация, возврат назад, ремонт здесь, либо что-то еще. Если это будет ремонт здесь, да, ну, посмотрим заодно, как это ремонтируется, сколько это стоит, как долго это время занимает. Даже, наверное, хорошо, что такое произошло. Будем посмотреть. На связи.